который сегодня приносил нам большое количество очков. Сыграем. Может быть, он еще ведет стрим. Тогда вообще партия получится в два... Пошел... Нет, я вторую партию начал, когда я ждал 2,5 минуты, что он не ходит. И я начал другую партию, а не поэтому. Но он раздавал все фигуры и какой-то бред. И я устал просто ждать и пошел в это играть в следующий турнир. Но в любом случае мы очки набрали, надо возвращать 2000, потому что ниже 2000 это какой-то кошмар. И Дмитрий Исаев тоже вон 2045, хотя он был 200-250 где-то. Всегда. Так, так. Да нет, на... Ой! Он, почему он пешкой не взял? Он подумал, что я зевнул, что ли, или чего? Если он стримит... Вайтмен, приветствую. Он же мог просто пешкой взять и наказать меня. Если, кстати, он еще стримит, будет ролик с двойным комментированием. Но вряд ли. Я думаю, он уже, наверное, закончил стрим. Давно. Хотя мы закончили играть не так давно. Давайте сюда. Еще сюда. И на ладью нападем. Коня так в центр поставили. Ну это что-то Дмитрий нам два качества отдал. Довольно лихо. Не бугди лихо, пока оно тихо. Давайте нападем. И где-то, может быть, на мат зайдем, не знаю. Но пешку брать нельзя, иначе мат будет. Иначе будет просто мат. Иначе будет просто мат. Давайте эту, еще одну с Дмитрием. Чтобы реванш разными цветами. И, наверное, я на сегодня, друзья, побегу. Потому что уже пора. Вот сюда надо было пойти. Ну вот сюда. Ну вот почему ты отходишь сразу? Напал на ферзя, напал на пешку. Ну хотя бы. Ну не надо заниматься какой-то ерундой, блин. Шах сюда, он сюда вылез. Не хватает фигур, надо обязательно ладью подтягивать. Так. Давайте подтянем на этот ход сюда. Так, шах, он сюда. Так, а если сюда взять, он сюда, я сюда. Давайте рискнем. Бум! Этой пешкой-то брать он не может, ему только этой брать. И мы сюда, и сюда проходим. Ай! Иногда что-то видишь, какие-то ходы. Он игнорирует. Он игнорирует. Ну тогда шах. Шах сюда, он слоном закроется. Ну хорошо, если он закроется слоном, мы сюда пойдем. Если он сюда отходит, мы бьем сюда. Если закрывается слоном, мы бьем пешку, конь на связке под ферзем. Ну, это уже... Мы сюда берем. Шах. Отойдем просто в сторону. Потом есть сюда шах.